География играет немаловажную роль в учебном процессе. Она призвана формировать в сознании школьников объективную научную картину мира, а также знакомить с инструментами социальных, экономических и природных ресурсов. Чтобы максимально полно раскрыть значимость предмета и развить географическое мышление, важно не только приобрести ребенку дополнительные материалы, но и заинтересовать его. Следует рассказать о том, почему происходят стихийные бедствия, как формируются горы, откуда берут свое начало реки. Также рекомендуется затронуть тему путешествий и поведать об особенностях флоры и фауны разных уголков планеты.